годы Великой Отечественной войны тут были мнения о том, что это не арифметика, это не бухгалтерия. Я считаю, что такие замечания делать не тактично, во-первых, а во-вторых, некорректно. И то, что здесь наш друг Атамбаев, Алмаз, как будто упрекает кого-то за то, что есть попытки забыть то, другое, это тоже неуместное само по себе замечание, которое ничего хорошего не принесет, кроме одного, что кто-то очень аккуратный, кто-то очень в войне сыграл какую-то роль и так далее, или очень дисциплинированный, а другие как будто бы уходят от той ответственности, которая несет в себе та победа, которая была плодом, результатом общей тех испытаний неимоверных, что привело к победе, общей победе и от порабощения фашистского. Это всем нам известно. И каждая страна, каждый народ и каждый руководитель страны, который сегодня избран и является представителем и олицетворяет свой народ, он праве определять то, что где проводить, как проводить. И не обязательно всем, так сказать, повторять то, что кто-то считает обязательным. Какие-то ритуалы, какие-то другие вещи. Очень, очень приятно ваше мнение. Мы давно уже знаем. Так вот, я еще раз говорю, упрекать за эти вещи или где-то нравоучение читать на эту тему, я бы считал некорректным.